Вот я довязываю этот ряд до конца, провязываю последние два столбика с безнакина через две воздушные петли. И вот смотрите, вот наш невидимый столбик подъема. Мы вкалываемся в него. Охватили нить и соединились. Мы закрыли полностью ряд. Теперь просто соединительной петлей переходим сюда. Делаем воздушную петлю, равную одному столбику без накида, две воздушные петли. И снова провязываем столбик без накида. Переходим вот к двум столбикам без накида через две воздушные петли. Вкалываемся в арочку из двух воздушных петель, провязываем один столбик. В эту же арочку провязываем второй столбик с одним накидом, две воздушные петли. И снова повторяем один столбик, и сюда же мы провязали второй. Переходим к нашим столбикам с одним накидом через два столбика, две воздушные петли, два столбика. Сюда мы провязываем два столбика через две воздушные петли. Один столбик без накида, две воздушные петли, второй столбик без накида. И делаем накид и снова в арочку между нашими двумя столбиками без накида. Мы провязываем два столбика, две воздушные петли и снова два столбика. Так вот мы будем чередовать. Давайте повторим. Здесь мы с вами соединились. Вот. В арочку из двух столбиков, из четырех столбиков через две воздушные петли мы сделали две воздушную петлю подъема и две этих, и перешли сюда. Здесь мы в столбик без накида мы провязали два столбика, две воздушные петли, два столбика с одним накидом. Снова сюда подошли к нашим, где мы делали 4 столбика с одним накидом через две воздушные петли. Сюда мы провязали столбик без накида, две воздушные петли, столбик без накида. Ничего сложного в вязании нету. Еще только вот здесь вот в конце покажу, как мы соединяемся. И будем вязать длину юбочки. Ну, у меня вот сколько будет ниток, буду смотреть. Просто у меня остаток. Буду смотреть, какую длину юбочки я буду вязать. Ну, вы будете уже решать там сами, какая она вам нужна. Здесь вот смотрите, мы с вами провязывали столбик подъема и две воздушные петли. В принципе, она не сильно отличается, поэтому мы вот так вот соединяемся обычной соединительной петлей. И начинаем вязать столбики с одним накидом. Один столбик сюда же, второй столбик, две воздушные петли и снова один столбик и второй столбик. Вот мы начали. И дальше продолжаем. Наши столбики с одним накидом мы провязываем столбик без накида, две воздушные петли и столбик без накида. То есть будет вот такое, такое вот такое вязание по всей длине нашей юбочки.